решение содержалась строжайшая тайна, евреи изумили о ней. По совету Мардохея, Эстер приказала всем евреям поститься 3 дня. В память об этом по сей день, 13-го Адара, соблюдается пост Эстер. На 4-й день Эстер пошла к Ахашвирошу и стала просить за свой народ. Царь не мог отказать своей любимой жене и отменил свой жестокий приказ. Аман же был повешен. Почему Тарин называется Пурином? Дело в том, что Аман выбрал день для осуществления своего замысла, кидая жребий. А жребий на иврите будет Пур. Отсюда и пошло название праздника Пурин. Существует много особых Пуринов, которые празднуются в честь чудесного спасения евреев от Амана своего времени.